Народ, всем привет! Ютуб, Яндекс.Зен. Кто канал мой смотрит, наверное, узнаете местность. В общем, приехали опять пошурфить с ребятами, сегодня втроем, Вовчик и Леха. Сейчас будем прибираться на нашу деревню, на шурф через лес. Пойдем. Я трек часы с собой взял. Сейчас время у нас 7:16 утра. Как раз замерю, сколько идти примерно по времени. В общем, все, сейчас выдвигаемся. Надеюсь, находки будут. Встретимся там. Все, топаем, топаем. 2500 шагов уже сделали. Меня вчера пихнули. Да, когда здесь были наши шурфы. Сейчас все заросло. Ничего не найти. Где мы шурфили? Что? Когда-то здесь жили люди, стояли дома, была большая деревня. Чё там? А, это я вот отсюда выкидывал, вот он шурф, значит. Чё нет? Шампанское. Ой! Или вино, наверное, было. Без надписей. Вон, Лёха, тебе нужна бутылка? Все в крапиве. Вот еще один наш шурф. Так, а самый главный вот тут вот. Где больше всего находок, где рубль поднимал. Царский серебряный. Все в крапиве. Ну что? О, меня жалит. Штаны тонкие. Пришли. А вот тут еще один шурф был. Вот они кидали мы. Кабаны. Фу, капец, как все заросло. Вот мы на месте. Чаек пьем. Нет, здесь ни связи, ни интернета, ничего нет. В общем, вот все, крапиву заросло. Здесь как раз домик был. Мы его по весне еще нашли, тоже сигналов много. Шурфить чуть-чуть начали, но только верхний слой. Ну, вон, керамика лежит. Выкидывали чайник тут где-то. Вот тарелка. В общем, сейчас будем всю эту крапиву убирать и здесь шурфить. Тарелка советская. С кленовыми листиками. Три тысячи шестьсот шагов прошли. 45 минут 46 шли. 2 километра 660 метров. Но мы сокращали через лес, раньше дольше всего ходили. Я тарелочку взял. 27500? Коси коса пока роса. Все в крапиве. Так, а вы сюда кидали, что ли? Нет. А что здесь? За гора. А что за гора? Что, я-то с этой горы начну. Туда кидать будем? Где сигналов поменьше? Первая красивая находка. Кованые вилы, целенькие. Красота. Блин, далеко тащить. Не знаю, посмотрим, может заберу. Еще красивая вещь. Потихонечку шурф идет, но находок пока нет. Железа полно. Чугунки идут, вон куски посуды.
Ну, бьет оно железо. Советская. Вот у меня первая монетка Совета. 3 копейки. Лехе тоже уже 3 копейки попал, рамочник. 35-го года. Причем это уже в новом, новый дел. Там, по-моему, 35-й ведь переход. Без пролетариев. Отлично, забираем. Так, а я хабарницу даже не доставал. Надо какой-нибудь кирпичик складывать. Вот сюда. Оп. Золото партии, 2 копейки 40-го года. Вот, еще кусочек свинца нашел. И вот эту монету. То ли рамочник, то ли щитовик. А какая все затерта, не определить. Потом дома отмою. 3 монеты. Такую кучу перекидал, которая здесь горка была. Вот здесь на 2 штыка вырылся. Сигналов нет, и глина белая идет. То есть 1 штыка тут достаточно. Но, по ходу дела, тут только советская будет. С тобой. У меня такая находка. Похоже, что серебро, но еще не чистил. Несу. Блин, по-моему, серебро. Что-то непонятно. Все просто в земле. А по-моему, это пустышка алюминиевая вообще. Потому что легкая. Да, это не серебро, а легкая очень. И, по-моему, без рисунков. А, нет, серебро. Царское. Царское серебро. 10 копеек 1876 года. 78-го. Блин, затертое, гнутое, но серебро. Кто-то на ней издевался. Так, нарыли. Давай. Сейчас все закопаем, да. Вот, в общем, что по находкам. 4 монетки. 1 серебряная, но вся какая-то вот, гнутая. Еще одна с... перегнутая. Да. Москворецкая аптека Бурштейн. В Москве царская. Написано по-царски. С твердым знаком. До 1908 года он, по-моему, был. Еще с носиком с таким. Да. О, красота. Московская аптека. Лекарства здесь были всякие. А где еще? А, вон у тебя бутылочки, да? Такие вот бутылочки у Вовчика. Ну и хабанец там, какие-то монеты. Решили на другое место перебраться. Готовим площадку под шурф. Это ямич. Вот они, камни лежат. Вот раз, вот два, и вон 3. Угол дома моего. Фу. Так, у нас сейчас небольшой пикничок. Будем себе обед готовить. Костер разожгли с помощью березовой коры. Все сырое плохо, очень плохо горит. Долго разжигали. Смотри уже. Гречево. Греча уже кипит. Роем такие вот могильники. Находок особо-то и нет. Все перерыто. Как-то не особо в этот раз. Сейчас я пойду тоже какой-нибудь шурф поищу. Где-нибудь еще покопаю. Такой горшочек нашел. Правда, раскололого немного. Посмотрим, что внутри. А внутри земля. Ну, было эффектно. Да? Что, ничего нет? Маленько, но с горшком. Корень пророс. Красивый глиняный горшок был. Жалко разбитый. Что, обошли несколько шурфов. В основном все пусто. Ловчик, только монет там несколько было. Вернулись опять на первый шурф. Скрываю. И пятак. 55-го года.
хабарница там осталась, так что кармашек куда не потерять. Что там у тебя? До совы. В общем, будем домой собираться. Сейчас уже темнеть начинает. Вот второй заход. Два пятака. 45-го года, по-моему, 43-го. 43-го. И 55-го. Две части от гармошек. Кусок свинца. Как-то так. Во-во-во, машет. Человек к вам идет. Нет, там не один человек. Не знаю, но сюда, по-моему, идут. Да? Человек или не человек, непонятно. Ну да, какое движение вон. Стрёмно, блин. Стрёмно в лесу так. В глухом. И ничего рядом нету. Не знаю, дома посмотрю. Так не увидишь. Камеру сняли. Что там за движение? Кто там, блин? Машу ждут свою. У тебя сардельки есть или что? Там оставил. Доел. Чем будем медведя прикармливать? А какой-нибудь попить есть? Но он говорит, галет твои в жопу засунет, блядь, тебе же. Там прям как будто кто-то махнул, ну что такое, прям движение какое-то было. Опа, зайца. Рога. Где? Рога. Не было. Не было. Говорил, здесь был. Вот рога, хуячу. Скинуть хотел. Где рога-то? Чесали, сказал. Где рога, сука? Должен скинуть был. Было, не было. Не было. Рога-то. Зачем он-то ловушку? Вот она, я говорю, здесь мелькалочка. Съездили на наше урочище. Я там уже, наверное, раз 5-6 был. Ребята без меня несколько раз ездили. Обычно находок много было. Дома шурфили, там рубль царский поднялся. Самая такая хорошая находка. Ну и много серебра попадалось, там царизма. В этот раз что-то не очень. В общем, по находкам 5 копеек 55-го, 5 копеек 43-го, 3 копейки 35-го года. Сохран так себе. 2 копейки 40-го и 10 копеек, даже не чистил, рамочник 52-го года. Серебруха попалась, 20 копеек, 1878 года. Но из нее из этой монеты пытались кольцо сделать. Причем она согнулась даже, края обивали, а дырку просверлить не успели. Проделать, видимо, слетело и потерялось, может, пол провалилось, может, еще куда. В общем, несколько домов вскрыли, покопались, причем посуда идет, бутылочки, железа очень много, а монет толком нет. Жалею, что виллу не взял кованые, но далеко тащить тяжело, и у меня никакого пакета не было. Вот в портфель класть, боялся, они прорвут там, ну и как-то так не взял, не знаю, поедем мы туда или нет. В общем, у Лехи там тоже всего несколько монет, ничего особенного.
у Вовчика бутылочки и монеты. Сейчас я вам фотографию ставлю. Он, наверное, лучше всего покопал. Вот ставили фотоловушку, лося поймали. Тоже вам видео это все вставлю. Наверное, перед монетами, ну, перед этим обзором будет. Вот когда обратно шли, там на дороге вдали увидели какие-то движения. Мне показалось, что кто-то рукой как бы махнул. Вообще там много следов и кабанов, и медведей есть следы. То есть, ну, фотоловушку только лось попался. Вот так вот, дебри, густой лес, далеко от цивилизации, можно сказать. Не знаю, поедем мы туда или нет. Если только, наверное, по весне, когда трава ляжет. Ну и находок уже не так много. Надо новые места искать. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Все, всем удачи.